Давайте продолжим. Так. Значит, оттуда мы пришли. Террорист! Замочить его! Дэджес какой-то, не помню. Его надо убить или нет? Нет. Я террорист. Тебе меня не убить, сучка. У меня есть, кстати, кислотная граната. Давайте попробуем пистолетом этого снять. В голову. Не в голову, но я его все равно замочил. Уходит в трубе, сука. Почему он так сильно орет? Мать твою, а? У меня громко звук был сделан, он как заорет, блин. Сука, блин. Дэджес, отойди и бух. Это твой должник. Ты бы сделал то же самое. Давай продолжим задание. Фу, блядь. Дэджес, отойди. Откуда мы пришли-то? А, вон оттуда. Отсюда. Так. Видите, всякие штучки есть. Кстати, бинокль. Нет, это не бинокль. А что это? Где-то должен быть бинокль. Ну-ка. Бинокль. Ну-ка. Что-то странно нету. Ну-ка, интересно, а тут снайперка работает ночная? О, работает! Только, блин, у меня патронов нету. Блин. Еще где-то должен быть бинокль. Странно, где же он? В общем, тут нету его. Не знаю. Не знаю, вниз надо спускаться или куда. Но, наверное, вниз тут нет ничего. Дэджи, стойди! Уже хочу есть и спать уже. Ой. Ладно, я тут как раз сохранился. Так, а куда идти-то надо? Может, наверное, обратно надо возвращаться. Ну что, тут нет ничего вообще, тут пусто. Ой, наверх телепортанемся и пойдем обратно. Что за углом будет? То, знаете, так выскочит из-за угла. Хочу лампочку взорвать.
Рождество. С Новым годом, петух. Он еще один. Я террорист, ты со мной не играй. А то я тебя взорву, сучка. И все твои лампочки тоже взорву. Что я не хочу. Не взрываю чего-то. Вот, сейчас взорву лампочки. И будешь сидеть без света, сучка. Будешь сидеть и дрочить без света, потому что я твои лапочки взорву, сука. Петух поднючий. Вонючий петушочек. А теперь куда надо идти-то? Чё-то отсюда мы потом уедем. Да простите. И чё, а где он? Установи бомбу, чтобы уничтожить шахту. Во всей видимости, мне надо идти вот направо. Сюда куда-то. А, наверное, он туда. Немного задел камеру. Не, вроде не сбилось. Чё? Так. По-моему, мне надо сюда бежать. Куда-то сюда. Нет. Have you set the explosives yet? Типа сначала надо взрывчатку заложить. А мне там показывают, что еще есть задание-то другое. Видите, я туда хотел. А, это проход не тут. Это откуда я пришел? Ой, блин. Во. Ой. Стреляй осторожно. Ты чуть не попал в взрывчатку. О. Чё, всё, что ли? Подождите секунду, а он... Там же еще было задание какое-то, типа допросить кого-то там. Давайте загрузим опять сохранение, проверим. А, это уже тут я нажался. Блин. Стреляй осторожно, ты чуть не попал в взрывчатку. Бля, я тут уже сохранился, ну ёб твою мать. Там какое-то еще задание было. Продолжаем. Маджори, я восстановил работу железной дороги. Отлично, надо выбраться отсюда быстрее. Бежали быстро отсюда, пока все не взорвалось нахер. Их поезд задавит. Их можно и не убивать. Я ж помню. Сука, ты охуел, что ли? Он в меня гранатометом стрелял, вы представляете? Тем же, которым я стреляю. Чё за петух? Слезу. Ну не так я слезу-то, блядь. Сука, я хотел по-другому слезть, пидор, блядь, поганый, нахуй. Я уже, блядь, уже сплю, нахуй. Ой. Хотел вот так слезть. Он так не слезает. Чё он не слезает? Вот так вот. Чё за хрень? Я всегда так делал. Я слезал с поезда и убивал этого чувака. Всегда. Чё за бред вообще? На тебе, блин, сука. Че я тут на поезде сохранюсь, пофой, уже надоело мне. Во! Ну я всегда так делал. Я говорю, я наверху с поезда слезал и убивал чувака этого. Ой, ну ладно. Сейчас будет грузовик. Вот он. Тут графика похожа на... Все две... В
игре C12 Final Resistance такая же графика. Кстати, я эту игру тоже хочу пройти, потом записать. Тоже очень клевая. Завтра мне Twisted Metal приедет, yeah, baby, yeah. Что за? А кто ты такой, чтобы делать из моих людей рабов? Где находятся рабочие? Мы не знали, где делать. Они все заболели. А где они? Они в восточной части под карантином. Мне не знали, что где делать. Вот этого чувака можно убить, а можно и не убивать. Его можно убить, а можно и не убивать. Вот этого чувака можно убить, а можно и не убивать. Его можно убить, а можно и не убивать. В общем, короче, пошли дальше. Как они сказали, мы не знали, что делать. Как он пере... Ну, озвучка чудная какая-то была. По-моему, вот эта машина, она должна вдруг завестись, поехать и сбить этот домик вот этот. Но она почему-то на месте стоит. Чё не едешь, сука, давай газуй нам. Не знаю, наверное, очередной глюк в игре. Тут, кстати, наверху находится вот этот гранатометик. Сейчас будет много врагов. Они будут наверху стоять по периметру. Типа как в тюрьме охранники. Тут, короче, вот этот сундучок, и тут этот гранатомет. Сейчас будет много чуваков. О! Один! Сейчас сверху будут. Вон сверху. Я террорист! Второй. Тут у нас чего? Бронежилет, кстати, да, мне нужен. Третий. Там еще четвертый наверху. Еще пятый наверху там. Так. Шестой бежит. Так, сняли. Еще седьмой. Тут. Еще тут бомбы. И там восьмой наверху. Подождите, вот это же. Это вроде бомба, вот это. Что-то они не взрываются. Так, вроде еще должен быть. Тут сейчас мы заходим в здание, возьмем пистолетик. Не, давайте калаш возьмем. Тут заключенные где-то будут. А, они внизу. Я не знаю, внизу есть заключенные или нет, по-моему, есть. Поэтому я пока гранатометом стрелять не буду. Как может быть опасно, когда я убежал уже оттуда? Так, ну тут... Пространство нормально, тут можно гранатомет. Ну что же, я сломал хак и сломал компьютера. Давно готовы для передачи. Вопрос питания системы закончил. Я все исправлю, держись в тени, пока с тобой не свяжутся. Так, вот тут пространство свободное. А мне все-таки что-то я не помню, а что там внизу-то находится? И вообще, можно ли туда сейчас пойти или нет? А, во, можно. А, нет, это еще ниже. Сука, ты охуел. А, вот сюда надо нажать. Во. Все. Восстановлено. Смит, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Все, а вниз как, я не помню. Ну, тогда давайте сюда пойдем. Ой, блядь. Что-то отвлекся немного. Видите, опять выбежал из-за угла, сука. На, блядь, пидор. О.
Ой, блин. А, это этот. Нажми дабл В. Ну, с богом. Еще один. Вот. Вечеринка, суки. Кстати, вот это из этого лифта много чуваков выйдет. И там тоже будет прикольная фраза, но я что-то... У меня она из головы вылетела. Но я ее раньше тоже помнил, она одна из моих любимых. Какая-то будет фраза. Что-то, блядь, убей его. Или как-то так, не помню. Так. Нет, тут сейчас ничего нету. Значит, надо сначала другое место. А вот там, помните, мы видели только что наверху чувака? Он вылетел оттуда. Так, вот сейчас должны быть. Мы вниз спустимся. О-о-о! Нет, это не... Чё они орут-то так, а? Это гранатка прикольная, смотри, чё сейчас будет. Типа я кашляю. Я всё ещё не могу двинуться с места. Вот, теперь могу. Видите, как долго действует. Сейчас мы спустимся вниз и их отравим. Какая же тут будет фраза, я не помню. Вот сейчас будет. Надо шевелить мозгами. Остальные работники под карантином в восточной шахте. Спустимся на лифте. Вот, ща. Ага, спустимся. Ща, я блядь, неприятность. А, во, блядь, неприятность. Вот это вот тема. Блять, неприятность. Во. Все, у меня больше нет гранат. Оставайся здесь, я вернусь. Блять, неприятность. Не, ну это тоже так ржал всегда, когда слышишь. А, ну все, тут конец уровня уже. Сейчас будет корабль. Блин, я уже спать хочу, пипец. Еще видео долго на YouTube заливается, я сегодня... Я пришел, чтобы освободить вас. Сегодня уже не залью мне, блин. Это было очень странное место. Да, я видел фотографии. Каким образом ты проник к ним? Я сделал кое-что для их союзников. А что там делала мисс Лапан? Она передала мне несколько образцов из лабораторий. Тереза. Что она хотела за это? Ничего. Она просто хотела освободиться из плена. Понятно. Она просто хотела сбежать. Ха. Конечно. Ведь ее похитили. А, сейчас за Терезу, что ли, будем играть? А как же корабль? Не сохраняюсь я нихера. Где корабль-то будет? Или он позже будет? Мисс Зейн. Согласно данным, мы встретили Габриэля Логана в 87-м году. Это так? Да, я была в Афганистане, в Кабуле. Прикрывала Саймона из НСС. Китайская секретная служба? Верно. Вот это клёвая миссия. Мы боролись против советской оккупации. Вот это клёвая миссия в городе, во-во, офигенная. Ну, это не корабль, но тоже одна из моих любимых. Супер. Гей спас мне жизнь от советской досады. Мы оба работали против Советского Союза. Поэтому я согласилась, чтобы он доставил грузовик в город. Такое эхо сейчас было. Короче, давайте я тут сохранюсь. Я бы сейчас бы продолжил тоже, но, блин, я спать уже хочу. Вот я думал еще залить, но на YouTube долго очень загружается видео, блин, я уже не могу просто ждать. Так что давайте уже оставим на какой-нибудь другой день, что ли. Ой.